выписали в Шиншилке бутылочку. Магазин Шиншилка пользуемся услугами уже 2 года. Лаки, иди сюда, посмотришь, что я тут тебе покажу. Иди сюда, посмотришь. Иди, моя, посмотришь, что тут мы тебе взяли. Ой, какая бутылочка. Ой, что мы тебе взяли. В дорогу водичку пить, кушать. Бутылочка на 700 миллилитров. Производитель Трикси. Есть крючок для переноски. Подвесить удобно. По весу легкая. Думали вначале 500 миллилитров, но 700. Все-таки у нас собачка большая. Вместительная. Можно использовать как поилку, так и просто лоток для кормления. Видно, да? Удобно откручивается. Попили. И опять все сложили. В дороге очень удобно. Тем более мы ездим часто летом. Думаю, без дела лежать она у нас не будет. Всем рекомендую. Нам понравилось. Выписывайте в Шиншилке такие же бутылочки, как и мы для своей собачки.